Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Эта черепаха настолько сильно хотела пить, что окунула под воду всю голову. Вот этот парень реально умеет отбивать. Этот парень захотел чашечку кофе, а чтобы его забрать, использовал дрон. Ты хочешь кушать? Нет, еще не время. Ты же только что кушала. У этих обезьян по-настоящему уникальные голоса. Этот ютубер нашел сложнейшую головоломку, где нужно вытащить камень, не разбив бутылку. Все, что нужно, это открутить этим камнем винт. Следующая задачка не легче. Нужно вернуть все, как было. У этого кота отличное чувство стиля. Спасибо большое за просмотр и очень надеюсь, что вам понравилось это видео. А перевел и озвучил Виски. Ага.